у нас котенок, кушающий корм. Сегодня мы поставили эксперимент. Я купил 3 разных видов кормов для котят. Вот такой вот корм. Сейчас я вам покажу, что это за корм. Как видим, котенок его очень даже хорошо кушает. Вот. Там какие-то кусочки непонятные. Пахнет достаточно вкусно. Наверное, я бы сам такой ел. Вот. Корм это вот такой вот у нас. Ням-ням для кошенят. Смакота. Марка Мяу. Вот. 78 мясных ингредиентов, 78% в каждом кусочке для маленьких котяток. Еще у нас здесь вот такой вот корм клуб 4 лапы. Вот, для котят тоже здесь у них пишут формула роста, сбогаченный белком, здоровый скелет, омега-3, омега-6, в общем, полный набор. 80 грамм для ежедневного употребления. Вот, полнорационный консервированный корм, нежное меню для котят. Это мы будем завтра такое испытывать на нашем котенке. И, наконец, Purina Friskies. Корм для котят с курицей. Так, рекомендации по кормлению 6 до 12 недель. От 1 до 3 чего-то, непонятно чего, до 3,5. Вот, еще можно беременным кошкам его на 12-26 неделя и с 26 до 52 недели разное количество. Вот, что тут пишут у нас. Корм Friskies для котят является полнорациональным, рационным, сбалансированным питанием, которое содержит все основные питательные вещества, витамины, минералы и прочее для перехода от материнского молока к твердой пище. Ну, мы уже так твердую пищу едим. Вот, мы уже тут и сыр даже кушали, и котлеты кушали, и какое-то там самодельное из печенки делали. Из печенки делали ему пюре. Вот, котенок кушает, постоянно что-то кушает, 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 спит, кушает, играет, спит, кушает, играет. Ну, как видим, вот это оно ему понравилось. Так что в дальнейшем можно будет это употреблять. Вот. Ну, ценовая категория где-то 8-9 гривен за пакетик. То есть считаем, наверное, что это средняя ценовая категория. Потому что там были подороже, там 14-15 гривен, еще дороже. Вот, ну, в общем-то, такой корм. Ну что, мы продолжаем эксперименты с котячьей едой. Значит, сегодня мы решили Friskies от Purina взять для котят с курицей. Здесь 100 грамм. Стоит она примерно там 8 с копейками гривен на сегодняшний день. Храню я это в холодильнике, поэтому котенку маленькому не рискую давать просто так. То есть я его сначала разогреваю. Для этого мы заливаем горячей воды. Так. И ждем минут 5, пока оно не согреется. Ну вот, котенок у нас уже тут начал чем-то трапезничать. Напоминаю, что это у нас веслоухий шотландский котенок до 1,5 месяца. Сейчас мы попробуем ему предоставить. Он даже уже немножко покушал, потом, может быть, даже будет лучше посмотреть, как он на него будет реагировать, если он не совсем голодный. Так, пожалуйста, отойди. Ага, вот видите, его даже и отогнать невозможно. Так, пожалуйста. Да, я закончу тебя накладывать. Пустой. Будем смотреть. Значит, Friskies с курицей для котят. У нас, я смотрю, заходит очень даже прекрасно котенку.
это у нас уже второй корм, второй день эксперимента. Видим, особо каких-то комментариев тут даже не требуется. Завтра будем третий корм испытывать, после чего какой-то попытаемся сделать вывод. Пока я не могу сказать, какой из первых двух предложенных лучше, потому что котенок с удовольствием кушает и первый, и второй. Пахнет этот корм тоже вкусно. По весу его вроде бы чуть-чуть побольше. В прошлом было, если не ошибаюсь, 80 грамм или 85. Ну вот, а здесь на 15 или 20 грамм больше. Стоимость примерно такая же. Ну, вот, наконец-то у нас сегодня третий день эксперимента. Это у нас клуб 4 лапы. Деликатное меню для котят. Чем-то тут много чем. Обогащенные жиры омега-3, омега-6, витамин D3, много-много-много всего. Масса нетто у него 80 грамм. Порционный, консервированный рацион. Вот, как видим, что тоже котенок кушает с удовольствием. Причем, что интересно, вот я заметил, что все три корма, они практически одинаковые. Что на вид, что на консистенцию. Тут вроде бы как пишут, я, конечно, их не перевешивал. Вот, пишут, что разное у них количество. Минимум 80 грамм, максимум 100 грамм. Но на вид это практически не видно. Котенок их примерно, вот мой котенок, ему до полутора месяцев, он их съедает за сутки одну порцию. Вот, и на вид и на вкус, на запах, по крайней мере, оно все абсолютно одинаковое. Одна ценовая категория, поэтому каких-то трудно сказать выводов, что бы я порекомендовал. То есть вот я вижу, что все три корма, они абсолютно одинаковые для котенка. То есть любой можно покупать. Возможно, там есть какие-то у котят персональные предпочтения, но вот моего предпочтения не оказалось. То есть он оба, и первый, и второй, и третий, точнее, варианты кушает с удовольствием. После испытаний с кормом влажным мы решили попробовать вот такой вот сухой корм. Жена сходила, купила. Royal Canin Mother and Baby Cat Fast Age. Предназначен для котят маленьких до 4 месяцев и для беременных кошек. Написано на нем, как мы видим, что здесь чего-то для иммунной системы. Regidratable, насколько я понимаю, это для восстановления нормального баланса щелочного, солевого. Так, что тут еще у нас хорошего на нем написано? Много чего хорошего написано. Поддержка иммунной системы специально для периода отъема. Ну, сейчас будем смотреть. Котенок придет, будем ему сыпать и смотреть, как это все он будет употреблять. Тут 400 грамм, порядка 100 гривен он стоит, плюс-минус. Вот. Ну что, пробуем. Так, котенку уже, судя по всему, предварительно понравилось, потому что несся с другой комнаты. Так, это обратим внимание, что рядышком лежит натуральный корм. Но котенку, в принципе, так. Что я могу сказать? В принципе, он его ест. Такой корм, конечно же, лучше, чем тем, что он помогает котенку зубы тренировать. Поскольку корм влажный, особенно если еще и самодельный, в виде паштета, то, к сожалению, ему там жевать нечего, и поэтому его зубы не тренируются. Здесь мы видим, что он с удовольствием этот корм ест, кусает, правда, зачем-то его вытаскивает из тарелки и грызет на полу. Но это уже его личное предпочтение.
На запах, я вам скажу, этот корм не очень вкусный, по крайней мере. Те корма, которые я вам показывал раньше, они были гораздо вкуснее. Там был такой аппетитный запах, а тут я его нюхаю, какой-то гадостью пахнет. Вот, но тем не менее, котенок его кушает.